Хочу напомнить вам об одном из самых бюджетных вариантов заточки ножей. Это заточка на водном камне. Для начала нам нужно поместить его на 5 минут в прохладную воду. Далее мы грубой стороной устанавливаем наш камень и начинаем вдоль всей режущей кромки плавными движениями прорабатывать подводы нашего ножа до появления заусенца на обратной стороне. После мы переворачиваем камень на другую, более мелкую зернистость и приступаем к финишированию нашей заточки. И вот наш нож снова готов к работе. Приобрести такой же водный камень, как у меня в видео, можно по ссылке в описании под этим видео.